Ставрополь, 12 мая, РИА Новости, Виктор Лященко, официальный талисман международного аэропорта Симферополь. Собака породы бордер колли Алиса почти месяц живет в новом доме и уже обзавелась поклонниками из различных стран мира, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла. Ранее генеральный подрядчик строительства нового терминала в честь встречи первого пассажира преподнес аэропорту подарок – собаку породы бордер колли. Щенка назвали Алис Феличис, Алис Феличис, в переводе с латинского, крылья удачи. Ласково Алис Феличис называют Алисой. Сейчас Алисе чуть больше 4 месяцев, и она активно проходит обучение. За период работы в аэропорту Алиса выучила базовые команды: сидеть, лежать, стоять, рядом. Помимо своей трудовой деятельности, Алиса активно ведет свой блог в Instagram. Там она делится подробностями своей жизни и общается с подписчиками, которых уже более 2000. При этом есть подписчики не только из России, но и из Бразилии, Испании и Португалии. Недавно одна из подписчиц привезла Алисе подарок из Москвы – лакомство для собак, рассказали в аэропорту. В рамках строительства нового терминала аэропорта был построен кинологический комплекс, в котором сейчас и живет Алиса. Комплекс оснащен в соответствии со всеми потребностями четвероногих сотрудников. Также в ближайшее время здесь будет оборудована новая площадка для тренировок. Фото. Пресс-служба аэропорта Симферополя. Щенок Алиса. Талисман аэропорта Симферополя. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код фото. Пресс-служба аэропорта Симферополя. Щенок Алиса. Талисман аэропорта Симферополя. Обучение проводится в форме игры, а любимой игрушкой у Алисы является мяч. С его помощью кинологи ее обучают основным командам. За каждое их выполнение Алиса получает вознаграждение. Лакомство в виде небольшого кусочка сыра или творога, отметили в пресс-службе. После того, как Алиса усвоит основные команды, ее начнут обучать поиску запрещенных веществ, оружия и взрывчатки. Обучение на поиск этих предметов также проводится с помощью игры, но занимает больше времени, чем обучение базовым командам. Кинолог привязывает к мячу запах пороха, и собака во время работы ищет любимую игрушку по запаху. Работать Алиса сможет не только в терминале, но и на борту воздушного судна и в его багажном отсеке. Все рейсы на прилет и на вылет производятся в новом терминале аэропорта с 16 апреля. В год новый аэровокзальный комплекс способен обслуживать 6,5 миллионов человек. Подробнее о новостях Крыма. На черемия.ре.ру. Хвостатый талисман аэропорта Симферополя. РИА Новости. Александр Полегенько. Перейти в фотобанк в аккаунте щенка. Уже 9 постов. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код. РИА Новости. Александр Полегенько. Перейти в фотобанк в аккаунте щенка. Уже 9 постов. РИА Новости. Александр Полегенько. Перейти в фотобанк Алиса со своим наставником в аэропорту Симферополя. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код. РИА Новости. Александр Полегенько. Перейти в фотобанк Алиса со своим наставником в аэропорту Симферополя. РИА Новости. Александр Полегенько. Перейти в фотобанк. Настоящее имя живого символа нового терминала аэропорта Симферополь. Алис Феличес, что в переводе с латыни значит «крылья удачи», но сотрудники службы безопасности не удержались и дали ей ласковое прозвище Алиса. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код. РИА Новости. Александр Полегенько. Перейти в фотобанк. Настоящее имя живого символа нового терминала аэропорта Симферополь. Алис Феличес, что в переводе с латыни значит «крылья удачи», но сотрудники службы безопасности не удержались и дали ей ласковое прозвище Алиса. РИА Новости. Александр Полегенько. Перейти в фотобанк щенка. Директору аэропорта Евгению Плаксину подарил глава фирмы-подрядчика Ачонспро Игорь Набайченко в день начала работы нового терминала. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код. РИА Новости. Александр Полегенько. Перейти в фотобанк щенка. Директору аэропорта Евгению Плаксину подарил глава фирмы-подрядчика Ачонспро Игорь Набайченко в день начала работы нового терминала. РИА Новости. Александр Полегенько. Перейти в фотобанк Алиса в ближайшее время войдет в состав кинологической службы аэропорта Симферополь, где уже работают 28 собак. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код. РИА Новости. Александр Полегенько. Перейти в фотобанк Алиса в ближайшее время войдет в состав кинологической службы аэропорта Симферополь, где уже работают 28 собак.
РИА Новости, Александр Полейгин. Кооператив «Фотобанк» по Кожалице осваивается в новом месте, осматривает помещение терминала и знакомится с персоналом. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код. РИА Новости, Александр Полейгин. Кооператив «Фотобанк» по Кожалице осваивается в новом месте, осматривает помещение терминала и знакомится с персоналом. РИА Новости, Александр Полейгин. Кооператив «Фотобанка». Еще у собаки появился свой аккаунт в Instagram. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код. РИА Новости, Александр Полейгин. Кооператив «Фотобанка». Еще у собаки появился свой аккаунт в Instagram. РИА Новости, Александр Полейгин. Кооператив «Фотобанк» за 12 дней на страничку хвостатого символа терминала аэропорта подписались более 1500 человек. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код. РИА Новости, Александр Полейгин. Кооператив «Фотобанк» за 12 дней на страничку хвостатого символа терминала аэропорта подписались более 1500 человек. РИА Новости, Александр Полейгин. Кооператив «Фотобанк» в своем аккаунте Алиса рассказывает, как инспектируют лифты и эскалаторы, делится впечатлениями о самолетах и своих тренировках. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код. РИА Новости, Александр Полейгин. Кооператив «Фотобанк» в своем аккаунте Алиса рассказывает, как инспектируют лифты и эскалаторы, делится впечатлениями о самолетах и своих тренировках. РИА Новости, Александр Полейгин. Кооператив «Фотобанк» в аккаунте «Щенка» уже 9 постов. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код. РИА Новости, Александр Полейгин. Кооператив «Фотобанк» в аккаунте «Щенка» уже 9 постов. РИА Новости, Александр Полейгин. Кооператив «Фотобанк» Алиса со своим наставником в аэропорту Симферополя. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код. РИА Новости, Александр Полейгин. Кооператив «Фотобанк» Алиса со своим наставником в аэропорту Симферополя. РИА Новости, Александр Полейгин. Кооператив «Фотобанк» — настоящее имя живого символа нового терминала аэропорта Симферополь. Алис Феличес, что в переводе с латыни значит «крылья удачи», но сотрудники службы безопасности не удержались и дали ей ласковое прозвище Алиса. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код. РИА Новости, Александр Полейгин. Кооператив «Фотобанк» — настоящее имя живого символа нового терминала аэропорта Симферополь. Алис Феличес, что в переводе с латыни значит «крылья удачи», но сотрудники службы безопасности не удержались и дали ей ласковое прозвище Алиса. РИА Новости, Александр Полейгин. Кооператив «Фотобанк» Щенко директору аэропорта Евгению Плаксину подарил глава фирмы-подрядчика «Ачонспро» Игорь Набайченко в день начала работы нового терминала. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код. РИА Новости, Александр Полейгин. Кооператив «Фотобанк» Щенко директору аэропорта Евгению Плаксину подарил глава фирмы-подрядчика «Ачонспро» Игорь Набайченко в день начала работы нового терминала. Привнекст 1.